Сегодня городские жители не могут представить своей повседневной жизни без мобильных телефонов, электроники и прочих гаджетов. Однако здесь, в деревне Турука, Усть-Кутского района, вот такие раритеты по-прежнему актуальны. Электричество здесь на вроде большой роскоши. Когда я приехал, здесь свет был 20 часов в сутки, говорю, дизеля работали. А сейчас, ну и мы не привыкли. Лично меня как-то скота жалко, в темноте сидят. В Туруку Юрий Жигалов переехал более 20 лет назад. Рассказывает, без перебоев электропитание работало недолго. В годы перестройки село начало чахнуть, а вместе с ним затихли и дизель-генераторы, дававшие свет в дома. Вот и беспокоится с тех пор пенсионер за свое подсобное хозяйство. Коров, телят и куриц. Ухаживать за ними, по словам Юрия, без света крайне тяжело. Уже у нас года вот с Нелли, ну, с моей женой, супругой. Мы же устаем уже, понимаете, утром встаете, пока дадишь, у меня вот сейчас 6, считай, голов, пока им дашь сено, пока их накормишь, под пойло, пока водички подогреешь. В последнее время, по словам местных жителей, цивилизация все же стала заглядывать в деревню. Правда, пока только на 4 часа в сутки. Администрация Усть-Кута нашла деньги в бюджете на ремонт старого генератора. И теперь днем 4 часа у сельчан есть повод попользоваться выцвевшими от времени выключателями. Однако жителям хотелось бы иметь постоянное электроснабжение. Мы мечтаем давно уже об этом, что постоянно проведут свет. Только я уже 20 лет здесь живу, и 20 лет мы мечтаем, что будет свет. Ну, по-моему, доживем, может быть, а может и не доживем. Чудо, которого ждет вся Турука. Эти электрические столбы появились в деревне и на пути в нее прошлой осенью. Долгожданное электричество преодолело более 5 километров, прежде чем попасть в населенный пункт. Сейчас электросети уже под напряжением, так называемым охранным. Это, по словам энергетиков, сделано для того, чтобы провода не украли. Работы по строительству электросети растянулись на несколько лет. В 2008 году администрацией городского поселения было принято решение о проектировании линии ВЛ 6 кВт на деревню в село Турука. Работы были начаты. По 2011 год проводились работы по согласованию с различными федеральными ведомствами, фондами. Это вопросы, связанные с землей, с использованием данных земельных участков, ну и прочие вещи. Как говорят проектировщики, самым сложным стал участок через реку Лену, длиной в 430 метров. Если зимой в деревню можно попасть по зимнику, то в летние месяцы Турука доступна только с помощью одной паромной переправы. Это обстоятельство и затянуло окончательный этап монтажа оборудования. Однако то, что не успели выполнить в прошлом году, закончат в этом. С приходом лета в деревне установят 2 генератора и сделают разводку на каждый дом. Тогда керосиновые лампы и средства первой необходимости окончательно перейдут в разряд развлечений для местной детворы. Артур Харламов, Николай Крупченко. Новости сейчас.